Вот смотри, перед подстанцией из деревьев. Ты можешь спокойно за эти деревья встать и идти в сторону подстанции. Чтобы они тебя не увидели. Ага, вижу, жмых бегает по крыше. Смотрит в другую сторону, идет на на восточную сторону, там перестреляется. Бля, сколько. Я не могу, потому что забраться, что деревья мешают обзору. Спустись. Туда же. Я спустился. Слушай, смотри, где. Я сейчас не вижу. Вот отсюда, если вперед двигаться, видишь деревья, да? Вот туда, вот, ну, вот где столб, вот на них двигайся потихонечку. Они тебя не увидят так. Тут 450 метров где-то. Блядь, себе идти туда, мне кажется. Можешь не идти. 450 бей. Да не, 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 отсюда не стреляй, ты че? 350. Отсюда не стреляй. Короче, давай, если кто-то боится, я побежал, ну да, за мной. Нам пизда. Да-да. Не надо было всем сразу бежать. От куста в кусту. Не выходите далеко. Но он не пойдет туда, мается хуйней на берегу дальше. Сидим. Так, сейчас я перебегу туда, потом следующий, потом... Шериф, ты видишь масенку на крыше? Как нет? Все, тогда перебегаю. Там два дерева так в мудаске стоят, что могут закрывать обзор. Вот мы и за ними прячемся. О, перестрелка пошла. Если он на крыше, то в самом правом углу. Точнее, в южном. Смотрю на крышу, нет никого пока. Давай иди. Я могу кубашку туда кинуть сейчас. Можешь. Привлечешь внимание. Но ты не, не, не достанешь. Вы двигайтесь. Двигаем. К белому дому потихоньку, я потом кубашку кину, и вы начнете так штурмовать его. Где он, двухэтажки направляюсь. Если окажись в минусоноле всех, финала нет, нет вести. Че, трубу можно сбрасывать, получается? Нет. Она же РПГ один хуй. Какая разница? А случайно куда что-то... на центральный пойдем? Триггера. Ну, ну да. Голос, ты в арку забежался? Да. Суд на связи. Да, да. Военные части враг как приняли? Поняли. Там наш боец заметил врага. Все, ушел сейчас. Гослич, ты понимаешь, что ты там один сейчас? Нет, я за ним, да. Вот со мной люди. Это вы там отстоите. Вот, вижу, тут перестрелка, блять, машины подорваны. Надо как-то выйти отсюда. Нету дымовых. Да иди дальше, просто на другую сторону улицы. Ракетка. РПГ. РПГ. Я сзади вас, парни. Из леса кто-то работает? Да. Ебать. Кстати, напоминаю, что поставьте зероинг на 100-200 метров, потому что по дефолту на 350-400 стоит. Я слышу транспорт. Это реки так с берега бьют? Тут гражданская машина стоит. Синяя? Да, по-моему. Ну, это хэтчбэк. Хэтчбэк? Мы, кстати, про мины-то вообще, блядь, забыли, да? Блядь, точно. Да знаю бы еще, какие мины стоят. Просто по стопам ГОСТа еще идем, и все. Где же расстояние 2-3 метра? Я вижу место старта противника. Подошел к памятнику, подошел к этому офису. СВД работает сзади? Нет, это я. Маслен. Вижу палатки здесь. По офису, наверное, РПГ бахну. Шериф, отойди. Или кто там? В каком офисе, блядь? Я вот что-то тоже не понял. Зеленое здание уже.
50 метров. Школа, стоит. Которая? Да, это не школа нихуя, ребят. Бахаю. Огонь. Палаточки, блин. Шериф, иди дальше. Да. Тут есть да, на метке. Давай, тянется. Тут машина стоит, возможно, заминирована. Заведённо. Зачок, лут. Да, шериф, я на актуальный же всех дальше. Бля, проходим дальше тогда. Гайдар, ты где? РПГ. Да? А, не то есть сумму могут быть давай слева, вперед. Да, от нас. Ну, ты тоже нет, ты вперед идешь. Прямо вперед и ложись там где-нибудь. Вот откуда идти? Ну, до палатки хотя бы. Чтобы ты офис видел. Блять, попа, вижу, пиздец. Давай, ебаш. Ебаш, ебаш, враг. Минус. Где они? Это бот стоял просто. Ёпта. Вижу лагерь какой-то. Я на метке. Мы в нем. Мы на зеленой зоне. Тут палатки, рюкзаки. Чувака на лестнице офиса зацените. Ты уже там? Гайдар, ты в офисе уже? Никак нет. Какого чувака? Блять, офис у нас работает, отходи. Да. А че если они в палатках сидят? Сейчас РШГ тоже там туда вкрот. Блять, где вы? Я на вас метку нормально двигаю, я не знаю. На ну, палатках. На зеленый квад... Да, на зеленый квадратный там площадь. А, вижу тебя бабло. Да? Мы на площади, блядь, в три идем уже. Вот на этом? Да. Он в офис никого уже. Проходим. Варки, варки! Передо мной варки? Да, блядь, куда я стрелю? Сейчас РПГ туда дам. Ага, понял. Насквозь. Я добавлю. Аккуратней, там свои, ну, там свои идут, не отстреливаются. Блин. Минус один. Они на дороге. На дому противник. Сейчас отдохну, буду готов в парку заходить. Там что, этого, Кирилл кто-то убил. Ты еще рядом триггер. Да. Вижу труп Кирилла, смотрю. Ну не забудьте, эти самые перезахватывают зоны. Тут столько наших войск, что... Ну мы можем идти. А? Минус 3. А, ну все, идем налево. Чекай арку.